лучше знакомьтесь. Это магазин Fulmar, и сегодня мы показываем новое ведро, комплект для уборки с отжимом и педалью. Посмотрим, что у нас тут пришло. Это швабра, осадочки, те, которые идут в комплект. Флакон. Флакон для мыльной жидкости. Наверное, его сразу заполним сюда. Вставляем в отверстие. Так, собираем швабру. Есть вот подвижная часть и неподвижная. В неподвижной части мы вставляем ручку до конца. В подвижной мы вставляем гаубицу швабры. Здесь нужно открутить. И поехали. И закручиваем до конца, чтобы держалось лучше. Все этого достаточно. Полоскать. Чтобы швабра пришла в движение, необходимо здесь отвернуть. Все, она становится подвижной и начинаем. Сверху вниз, давим, чтобы она крутилась. Помогаем немножко педалью. Все то же самое. Можем либо рукой сверху вниз нажимать, либо пользоваться педалью. Попробуем вот так и так. Фиксировать нужную длину швабры нам нужно будет закрутить вот здесь. Теперь уже вот она теперь фиксирована и держится, и мы можем приступать к мытью. Швабра двигается на 180 градусов, можно настроить удобный угол, очень легко двигается. Лезем в самое темное место кухни. Кажется, уже получилось оттуда что-то достать. Вылезай! Так, как видите, благодаря круглой насадке здесь удобно именно вот эти углы промывать хорошо. Потому что она полностью заполняет угол, в то же время немножко крутится, поворачивается, если необходимо. То есть, в принципе, любое место можно залезть благодаря вот такому устройству швабры. Это действительно очень удобно. Насадка снимается очень легко, как и одевается. Все же самое, видите. Прислонили, нажали до щелчка. Здесь важно только ее снимать именно снизу вверх.